граммар бар. Тогда проедем на ресторан, получается. Можно, если я знаю, уже кафешку можно туда поехать. Ну давайте, показывайте ну, дорогу. Давай. Давайте, поехали за мной. Нам идти не надо ведь никуда, ну что это за дерьмо? А можешь ехать, может пройдемся пешком? Да, лучше давайте тогда доедем, там наоборот да. Покрасивее будет. Окей. Ну идите вот. Хорошая кафешка, я тут пару раз был. А, заглушу. Слышите, темнеет, я пойду тут рядом с лютик поставлю. Хорошо. Не против. Кстати, тут вино самое обалденное, вам так скажу. Обалденное? Вообще класс. Ой, вообще вкусно. Попробуем. Наверное, вкусно, если ты говоришь. Да, чего тут. Наверное, вкусно. Да, хорошо здесь. Да, лучше мы туда сегодня. Пошли фейерверки там фейерверки, уже. Да. Давайте. Уже фейерверки пошли. Давайте выпьем тогда. Да? Не, погодите, давайте я. Не, погодите, как выпьем. Давайте мы сначала я пойду возьму. Давайте вы разольете, ничего страшного. Да, разлейте всем по бокалам. Чтобы у всех было. Чтобы у всех было все нормально, все хорошо. Я такого не знаю просто, почему она появилась. Может у всех? Пожалуйста, вот кружечка, бокальчик шампанского. Что это вот? Вот это вот? Шампанского. Вот Дальше. Так вот надо. О, мистер Голливуд, давайте я вас сфоткаем. Давайте, давайте. Встаньте рядом, пожалуйста, я групповое фото сделаем. Мистер... Мистер Биг, встаньте рядом, я хочу сделать групповое фото. Пожалуйста. Ну, пожалуйста, встаньте. Пожалуйста, встаньте все рядом. Может, вы встанете? Давайте... Давайте все рядом с бокалами встаньте, я вас сфоткаю. Бокалы возьмите, пожалуйста. Там всё взять. Там и бокалы... Во, вот так вот сейчас. Подождите, надо отойти чуть-чуть. А то... О! Вот, теперь пойдемте посмотрим фото. Вот, смотрите, какое фото. Что такое? А давайте все как вместе вам, салютик? С нами. Музыка, ну, вон она. В каком плане музыка? Вон давайте она, теперь я вас всех сфоткаю. Все нормально. Что? Сейчас, а я подождите. Что сделаю, если у всех музыка кричит, а у него нет, я что-то... Встаньте, встаньте. Я уже... Хорошо, сейчас. Смотрите. Красиво? Сейчас извини. Да, красиво, красиво, фоточка. Лютик пойдет. Давайте я вас сфоткаю. Ну, давай. Давай. Сейчас, подожди. Хочу виски выпить. Ну там хоть нормально получилось? Да, нормально, нормально. Вкусно это как? Ну да, кстати, вкусно. Как вам? Ну, прикольно. Прикольно. Пойдет. Красиво, красиво. Пойдет, хорошо. Пойдет. Давайте присядем. Сыграть на гитарке? Да, давайте присядем туда.
Ой. Это гитара. Я под это выпью, пожалуй. Ага. Рома, вы что, не можете сесть или что? Аномалии, видимо, какие-то, знаете. Есть такое. Шо, я в халате? Рядом с вами присяду. А шо париться, шо? С чем? Все нормально. Да. Вот посижу тут. В джакузи. Музычка тут с вами уши играет. Хорошая музычка, да. Во, нормально. Я бы не скажу, как сказать, на лето поставили какой классный телек. А? Я думаю, круто у нас, что поставили только на лето. Круто играете. Да, вообще недавно что-то играли. Угу. Такое ощущение, как будто вы играли 5 лет. Ну, знаете, все аккорды вон. За месяц выучимся. Хорошо здесь. Вы извините, я пойду немножко покурю. Так сказать, я пойду. А что у нас музыка не играет? Играет? Не знаю, я не слышу. Может, у меня просто слуховой аппарат не работает? Лосо, или что слышно? Он хорошо слышно. Просто, видимо, наверное, закончилось. А, мистер Биг, может, лучше вы отошли бы подальше? Куда? Я оттуда вы запускали. Ну, Вот это красота. Чтобы никого не поранить. У нас сегодня праздник. Воссоединение семьи. Ой, споткнулся. Бывает, бывает, аккуратно. Красота. Вот и закончились фейерверки. Да, фейерверки еще закончились. Ну, можно будет подвести. Пойду возьму напиток. Можете теперь, пожалуйста, включить музычку? Делать. Ой, ко мне претензии. Можем потанцевать. В каком плане? Объясни мне. Давай, вот, давай вот рассуждать логически. У всех музыка есть, у всех слышно. Сколько мне ее перезапускать? 10 раз, что ли? Она играет как? Ярослав,
Дон Пекин, а вы слышите музыку, нет? Ну, я лично не слышу. Может, вот у вас сейчас, проблемы вот со слуховыми аппаратами? Ну, сейчас что-то начинается. Ну, сейчас что-то там было. Вон только что вон там. Потянулся нормально так. Ну, и что мы будем делать? Нет, вот так вот стоять? Можем облить шампанское. Кого-то? Можно. А может, нет. Что у нас что-то еще что-то про... У нас что-то планируется или что? Во-первых, бой. Все, залагала нафиг, ты мне говоришь. Ты запускай сам говоришь, не пей.